Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1283, события дня. Иаков 5:9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей за 21 июня 2019 года. Объявление. Сестра. Умерла сестра, четверо детей остались, и муж такой еще. Притормозите и прочитайте. И переписку прочитайте тоже. Тут между собой наши тут в руле беседуют. Вот это событие показать наши ресурсы в моем мире. Не все бывает благополучно. Вот она как выглядит. Так где я с голубем стою, там дополнительное не смотреть не нужно. Копия. Вот здесь. Обманывали Бог, Владимир Сергеев, что-то тут. Вот наш православный форум, 1600 тем. Вот наш видеоканал. 38 тысяч подписчиков, 37 миллионов просмотров. Я почти не выхожу, сюда только загляну, и все. Непонятно, за что высчитывают. И большой православный библейский сайт. Это наши ресурсы, в которых я бываю. До обеда вчера до 10 утра мы закончили на Саманном протяпывать картофель. 20 соток. И сразу пошли в лес березняк готовить новые сваи, что не хватило. Привезли, разгружали, борт оторвало задний. Вот еще тоже искать надо. Что-то отлетело. Устали невозможно. Одежда изорвалась, а вся тащишь оно. Цепляет. Но все позади. Усталые вдребезги. Едва-едва до дома доплелись. И все равно радостно утром вот лег спать, как будто не ложился. Встал здоровый, опять сила Господь дает. И вот на этом все. Никаких других так известий нету вроде бы. Все на этом.